В этом году школе номер 7 исполняется 55 лет, преемницей которой 30 лет назад стала гимназия города Раменска. На сегодняшний день это одно из ведущих учебных заведений Раменского городского округа, где особое внимание уделяется развитию профильного образования. Гимназия на протяжении достаточно длительного времени, долгих лет, занимает лидирующие позиции не только в Московской области, но и в Российской Федерации. Достаточно большое количество выпускников, известных людей вышли из стен этого заведения. Безусловно, конечно, я на этом празднике приятно видеть тех, кто когда-то заканчивал, сегодняшних выпускников. И, конечно, хочется всех поздравить с тем, что они достойно представляют и Раменскую землю, и Московскую область. И здесь они получили путевку большой жизни и стали полноправными гражданами Российской Федерации. В конце прошлого года мы здесь подписывали соглашение, договор с Рязанским медицинским университетом, потому что Раменская гимназия город Раменская всегда славилась очень замечательной подготовкой по направлению естественно-научного профиля, особенно химия, биология, экология. Когда-то здесь воспитывались олимпиадники международного уровня. Поэтому создание и, точнее, наверное, продвижение и продолжение жизни медицинских классов. Это тоже связано с нашей Раменской гимназией. Обучающиеся гимназии являются победителями и призерами муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. У меня в этом году был первый опыт в региональной олимпиаде по литературе. И я ушла как победитель регионального этапа. Вот. И я надеюсь, что в следующем году я также займу призовое место. Я хочу поступить в Высшую школу экономики, на факультет журналистики, либо же на какой-то гуманитарный профиль. Педагоги, конечно, все очень профессиональные и опытные, а с молодыми педагогами очень комфортно работать. По китайскому языку призер регионального. 2 балла не хватило, чтобы пройти. Я думаю, я поступлю в Высшую школу экономики или МГУ в Китае, который находится. Я хочу поступить в МВД России. Да, очень тяжело на самом деле, потому что недостаточно хватает практики, поэтому я стараюсь участвовать в олимпиадах по ОБЖ, пыталась по обществознанию, но у меня не очень получилось, потому что надо больше заниматься. Поэтому я записалась также на дополнительные курсы. И сейчас учусь в физмате, что мне также помогает морально настраиваться на будущую профессию. Если мы что-то не понимаем, учителя всегда идут навстречу и пытаются нам дообъяснять материал лично, чтобы для каждого человека было усвоено то, что он не понял. То есть такой индивидуальный подход, да? Да, бывает. В данном году я участвовал в олимпиаде по математике, по физике, по географии, истории и обществознанию. Но более успешная у меня была олимпиада по географии, ведь я прошел даже на региональный этап. Касательно географии, я бы хотел сказать, что мой педагог Яна Ашотовна дала мне множество дополнительных материалов, которые мне существенно помогли в написании олимпиады позже. И я считаю, что педагоги в нашей школе реально могут помочь, если их попросить, и даже по своему собственному желанию способны это сделать. Гимназия города Раменская входит в топ-300 в рейтинге РАЭКС – лучшая школа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, топ-20 лучших школ Центрального федерального округа, а также топ-200 в рейтинге по конкурентоспособности выпускников. Здесь работает порядка 100 преподавателей, у которых 54 человека являются учителями высшей категории. Это говорит о том, что здесь колоссальный потенциал, замечательные дети, и замечательный результат. Учитель физики Троишкова Екатерина Федоровна. Екатерина Фролова и Егор Кабанов для программы «Городские вести».